С какого возраста нужно начинать проходить маммографию? Ну, для скринингового исследования мы начинаем маммографию с 40 лет. А как часто нужно проходить маммографию? Обычно мы определяемся после первой скрининговой маммографии. Это будет через полгода, через год, либо мы отпускаем пациентку на 1,5-2 года. Что важнее, диагностика УЗИ или маммография? Важно и то, потому что разные методы видят разные структуры. Можно ли обнаружить рак груди на ранней стадии самостоятельно? Да, может пациентка обнаружить у себя самостоятельно, если это образование достаточно близко к коже. Влияет ли размер груди на риск рака? Нет, не влияет, только на способность диагностики. Стоит ли волноваться, если в груди обнаружено уплотнение? Да. Можно ли делать маммографию при беременности? Нет, беременной маммографии не выполняем. Каковы шансы на полное излечение от рака груди? Сейчас очень большие шансы выздоровления полностью, особенно если мы нашли на ранней стадии.